Проходим, не стесняемся, мяу. Здравствуйте, это там кафе? Сейчас, погодите. Я вернусь. Что мне делать? Ладно, надо обмануть эту собаку. Это не то кафе. Тут вообще не кафе, тут просто... А тут просто кинотеатр небольшой. Вот тут дверь. Странно. А на вывеске было написано «Кухня Кити». Тун-тун-тун. Я скоро вернусь. Что делать? Прятаться от этой собаки, да? Ну, как бы вариант. Спасите! В моем ресторане собака! Ой, все, я тут присяду, вообще ничего делать не буду. Так. О, у меня тут есть еда, буду тут, как сказать, прятаться. Буду испытывать его терпение. Хоть бы не заметил. Привет. А? Опять он. Что делать? Так, Кити, спокойно. О, надо сейчас собрать себя в руки. Эй, слушай, ты, собака. Я тебе сейчас такое покажу. На! Мне от тебя другое надо. Я, кажется, поняла. Мне хотят сожрать, помогите. Так, быстро. Ай, блин. Так, нужно прятаться быстро. Кухонька моя, прощай, я закрываюсь. До свидания. Не дождетесь вы от меня кексиков и пирожочков. Спаси. Я ничем тебе не могу помочь. Да за мной пес гонится, что делать? Ой, все. Меня тут он точно не найдет. Хоть бы не нашел. А! Здравствуйте! Это отдел футбольных мячиков и баскетбольных. Что надо? Вы меня не узнаете? Ну, дайте-ка подумать. Да. Как это? Вы меня с кем-то путаете? Я не та Кити, я не из кухни Кити, я из кухни Кити. Ой, я все перепутала, пока. Да, блин, почему у меня не получается спрятаться? Все. Спасите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все. Ай-яй-яй-яй. Я придумала. Я уйду на край света. Все, я иду домой. Все, я поняла. Так, путешественник, отправляй меня куда-нибудь. Так, я убежала как будто на край света. В магазин пончиков. Надеюсь, меня тут не найдут. Официант, подойдите сюда. Ой, ну как бы я только что сюда пришла. Ладно, наплевать. Я иду. Что вам заказать? Мне, пожалуйста, Погодите, а мы с вами знакомы? Нет, вы меня не видели. Да чтоб тебя, ё-моё, всё, я уезжаю на машине. Как можно далеко. Пожалуйста, да отведите меня отсюда. Фух, ну хотя бы вы в поезде меня, надеюсь, не найдут. Остановка собачкная. Собачинская? Ладно, надо бы присесть. Хорошо, что у меня есть семечки. Мы с вами знакомы? Нет. Пассажир, пожалуйста, убейте меня. Я не хочу. Все, уезжай отсюда до края света. Спасите. Так, я вижу его силуэт. Или мне кажется? Надеюсь, что мне кажется. А нет, он спрыгнул с места. Ай, нет. Не иди ко мне, пожалуйста. Нет. Он уже близко. Я вижу его лицо. Все, мне пипец. Я знаю, что кошки ненавидят собак. Пощади, пожалуйста. Я просто хотел попросить бургер. Ты чё, серьёзно? Да! Где мой бургер? Сейчас вернёмся на мою кухню и...
В общем, ладно, садись, я довезу нас до торгового центра. Так, какой вам бургер? Мне, пожалуйста, салатом и с мясом. И желательно, чтобы там была кость. Ну, не ваша, не беспокойтесь. Так, ладно, ладно, все, держите. Только еще один ингредиент. Да не вы не беспокойтесь, ё-моё. Ой, кто вообще забывает ложить соленые огурчики? Ай, простите, вот они, держите. Спасибо, хорошего дня. И вам тоже. Какой-то странный. Я вообще странная. Ух. Я вообще всех боюсь. Ну, не всех. Так, надеюсь, он уйдет. А, он на меня повернулся. Да не бойся ты. Слушай, ты, понравился тебе ролик? А какой ролик-то? Мы сейчас, если что, видео. Ау! А, точно! Если вам понравилось это видео и рубрика про небольшие фильмы, то тогда поставьте лайк. Ну, а мы с Доги пошли посмотреть, что получилось. И сколько лайков вы набрали. Да уж, Китти, мы очень долго старались над этим фильмом. Ну, как сказать, долго. Очень. Ну, а всем, ребята, пока!